Всей братве салам, остальным соболезную связи, цезарь. Ходит ролик немного нестандартного типа, где я решил проверить академку манхаммеров на использование софта. Было много жалоб и найти мне в личное сообщение, в связи с чем я решил делать проверку самых подозрительных игроков. Впоследствии чего нашел продавца читов и кучу интересного, что вы увидите в ролике. Следующий ролик начну делать, как только набираем 700 лайков. Играя на сервере Majestic RP3, вводите мой промокод цезарь на всех серверах и получайте крутые бонусы. Участие в конкурсе на 100к нужно поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и поставить колокольчик. Прошу победителя вас на экране. Ссылка на наши дискорд и группу ВКонтакте в описании. Недавно был дроп новых модов, залетайте и всем приятного просмотра. Создайте сервер GTA 5 Rage прямо сейчас и за несколько секунд. Где? На gta5host.ru. Вы можете сделать за несколько секунд и вообще без навыков программирования, ведь на gta5host.ru есть уникальная автоустановка модов. Ты просто представь, просто жмешь на кнопку установки и твой сервер уже готов. Не упускай этот момент, создавай свой популярный сервер прямо сейчас. Ссылочку на GTA 5 Host и свой промокод, который даст вам офигенную скидку, я оставил в описании. Всем приятного просмотра. Лево. Короче, у нас лево банхаммер есть, типа вот он. Давайте. Короче, я приношу игру, ты сразу говоришь, типа ты там вызван на проверку, все дела. Алло, лево. Привет, бро. Здорово, лево. У тебя есть ровно 10 секунд включить демонстрацию экрана, полного экрана. Не какой-то игры файла или что-то еще, именно демонстрацию full экран. А что пошел, у меня таймер, раз. Давай, ты его въебал. В смысле, а как полный экран включить? Ну, демонстрация экрана, экраны, скрин один. Блядь. Я тебе вот сейчас кидаю вот такой файлик, короче, смотри. Подозрения есть, говорят, что ты в академике самый жесткий. Скачай WinRAR, пожалуйста. А когда ты винду откатывал? Где-то, наверное, блин, точно не скажу, но может где-то полгода назад. Пиши, экранная клавиатура. Не-не, чтоб не нажимай, там нажми опять на игру. Там на клавиатуру и insert, нажми там insert. Он insert. Да, да. Хорошо, теперь нажми end. Теперь, короче, заходи вот в архив, который я тебе скинул. Последнее запусти сначала. По дате изменения отредактируй. А, я потом скачал и удалил WinRAR, короче. Я хотел посмотреть, мне прицел не понравился, я потом, блядь, GTA удалял, нахуй. А, вторую папку, которая открылась, нажми там продолжить, там нужно админ права подтвердить. Я не юзал никогда читы. Ну, блядь, когда мне лет 10 или 12 было, я в айтернете с читами гамал, блядь. Была знакомая ситуация. Закрой. Крой шелбак. Папка шелбак. Ты это читерскую наркозависимость отбросил, да? Да я чисто раздуть поугарать и все. Пролистай ниже. Что это? Где? LL Host, что это? Что это, Лео? Алло, это прифетч, все окей. Там справа написано, где он это открыл. Ноль дата. Ноль дата, оно открывает. Ноль дата. Тройки продаешь, ноль дата. Тройки из чека ФГ Bosch. Выше, справа. Это NVIDIA, Bosch, это NVIDIA. Это от NVIDIA, забей. Ноль дата. Короче, с Ноликсом встроенным играешь, мы тебя поняли, Лео. Ты дебил, а что там? Что? Взломать тебя, блядь. Сейчас начни ты тебя вам гандона проверять. Я лизергин. Красава. Сразу же говори, что ты есть? Нету. Были. Подать изменения сразу. Подать изменения, да, вон. Кто такое 0 бан? Ну долбоёб, дата изменения нажми. Вон выше, прям, блядь. Прямо на дата изменения, да. Сука, киллер 2008, все мозги уже. Все, тихо. Всё, нажимай. Всё, ничего не нажимай больше, все, убери это. Так, когда последний раз 0? Ликс? Вон у тебя он опера. Мы вычислили, это новая версия 0 икса в коллаборации с Хагзом. Где ты же, фрик? Я сегодня вообще не сидел. Нет, давай лучше ты сразу признаешься, отвечаю. Да, я тебе серьезно говорю, смотри, нету. У тебя 5 еще папок, по-любому что-то найдет. Лучше сейчас сразу признаться. Нет, у меня сейчас нету. Стой, у тебя снизу красный этот нолик. Это что? Это ноликс. Это опера. Это ноликс. Это опера. Хакс красный, ноликс ноль. Ноликс синий. Тут коллаборация. Луи Витон с Найками. Тут ничего нет. Как... Сколько читов на ПК имеешь в целом? Да я же говорю, я не помню, на КС-ку только был вроде один и все. Нажимай Ctrl-H. 9 января 2021 года. Ну заходи тогда. А, оплаты Киви. Ага. У меня есть подписка, я сотрудничаю с Нольком. У меня промик даже свой есть. Да? Как бы давно еще. Ага. И что ты мне это скажешь сейчас? Я скажу. Баланс 150 рублей, кто это? Это покупали, промика, видишь, капают. Ну что я могу тебе сказать, убийственный тащер. А у тебя 4 января история покупок 480 рублей. Ну я же говорю, у меня есть нолик. Консера, кто тебе буха взял? Мига. Ну, его же у тебя нет. Или он у тебя на компе нету? На компе нету, но есть подписка на него. На флешке нету, у меня нет флешки. У меня был бы на ПК, прямо показать.
Не, смотри, подожди. Стой, сам факт, да, сам факт того, что ты продаешь Nulix. Ну, продавал еще давно. Так подожди, у тебя 10 числа покупал. Нет, сейчас его не продаю, я его не пиарю, этот промик. Там просто кто-то, кто покупает, именно из тех, кто там раньше покупали, может до сих пор покупать по промику. Потому что ты, когда аккаунт регаешь по промику, ты покупаешь подписки, и ты все время, когда их покупаешь, они будут капать тому челу, чей промик. Ну, так и что, надо будет диктировать промокод, сказать, что я против читов. Че с ним делать-то бомб? Я предлагал сумму выкинуть. Ну типа это пиздец, он сидит ноль продает. Но у него, но он типа правду говорит, у него его нет. Ну на ПК был бы, программу показали, я знаю. Да. Ну типа че с ним делать, я бы кикнул, честно. Негодяйство. Как можно продавать и не играть, что за хуйня? Так у него есть активная подписка. У него подписка есть, но у нее нет ее на ПК, потому что если бы она была на ПК, там бы шел показал. Че, я его кикаю? У меня две гвоздики за погибших. Он говорит, Крейг лимону чекнет. Алло, Миллер, батуха, здорово. Миллер. Миллер. Клео папку, покажи урод. Алло. Демку врубай. Я? Да. Давай. Я, короче, кажется, сегодня школу проспал, подождите. В самом верху слева, над датами. Побег из тюрьмы, часть первая, это что? Да, с одноклассниками играл. Это ты куда убегал? Сейчас как раз проверим. Блять, я только что нахуй... Ctrl-H. Ctrl-H. А, Ctrl-H? Да. Ну, Миллер, у тебя такой грех не проверить. В историю заходи. Да и бля, иди нахуй. Да. Листай. Опа. Выше, выше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Название. Ну, читайте, читайте, читайте. Как выглядят сыновья Алексея Дмитриева? Не взял папины гены. Стой, подожди. Лето 2005, открывай справа. Закрывай. Мои две любимых игры, пацаны, не уебывайтесь. Ну, слышишь, архив создавай и блокнот. Ну, короче, ты понял, что. А вон, ты снизу есть, архив, да. Блокнот камыша. Правая кнопка. А это блокнот. Давай, короче, я тебе скидывал архив этот вот. Я качать ничего не собираюсь. Ой, 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 что это по центру? Ой. Давай, на полный экран делай. Background.exe. Дискорд.llhost.exe. Ну и что такое, пацан? Первое. Анализ. Так, на full экран. Лето 2006. Ой, а что это? Ой, а это самый нижний, это что? Что за прикол? А что это в самом низу? Ну, она удалена, хуй знает когда, пацаны, ёпта. Один, ну да, это все, в том году было. Ну ладно, да, согласен. Нахуй такое чудите, ну. Давай, иди же. Ну смотри, у тебя Nulix был какого, ну, 2 месяца назад. Ты его удалил, типа, да? Ну, на антихак движение. Все на уважение, как говорится. Хорошо, Денис. По итогам проверки было проверено около 18 человек, из которых у одного нашли купленную подписку, а у другого старый ноль удален несколько месяцев назад. Стало только самый яркий момент, дабы не делать ролик на 2 часа. Всем спасибо за просмотр, не забываем про лайки, всем пока.